Есть. Что, звук оттуда идет? Понял. Стартовый? Да, вот сюда стартовый. Прошу обратить внимание на рисунок на спине. Рисунок на спине. Сейчас будут стартовые. Интересно же. Двадцать лет прошло, вот прежде чем мне удалось это сделать, показать с яхты все это. Да не нормально, я же не ругаюсь. Еще вперед. Ну, на будущее сначала команда, потом бросаем. Проверь якорный, он почему-то лежит сбоку. А ты скажи мне, GoPro сейчас вот какой кадр показывает? Вот видишь, это створ. Вот. Но в основном, насколько я понимаю, нас будет вот эта часть интересовать. Хотя они тут везде крутятся вокруг. Вообще. Баланс на какой? Ну все, потащи. Да я знаю. Не хочете умничать? Да пальцем покажу. Вот смотри, кстати, не надо. Нет, надо ему сказать, допустим, метров на 200 или там, на 100.
Право, право, возьми право. Право, резко. Право, право. От него. Второй знак красавица. Начинаем с первого. Да. Естественно. Ну там первый, второй, третий. Я, конечно, глупый иногда. И тут самое задвигаем. Иначе там глубоко. Да, товарищи туда не пускаем. О, ну давай. Давай. Вот там место. О, наконец-то. Там тоже есть. Ура! Правильно, правильно. У нас первые. Послушай.
придется мне эту перевернуть. Не, он так-то плавает. Я же не нарушаю, если он будет. Да, мне это не совсем удобно. Меня ограничивает. Если ветра нет, ну, я думаю, что надо еще один леерочек потом заключить. Я забыл уже, как это называется. Вот. Вот это. Ух ты! Выползло сколько их там. Дима, ты его немножко отодвинь, ты его сюда подвинул, видимо, когда у него стоял. Отодвинь его с корпуса на три дальше. Первый знак, Дима. Первый знак с корпуса на три дальше. Точка приближается. Смотреть будет? Empire Beam. Так, звук по-прежнему с этой камеры, да? Так я говорю, не говорите. Хорошо. Все понятно. Чуть-чуть вправо, чуть вправо, градусов 15 вправо возьми. Дима, вправо, вправо возьми, градусов 15. Бросай. Надо говорить не бросай, надо говорить ставь. Раз. Не, раз уж на то пошло, нет, ставь. Я думала, что он вообще меня не слышит, потому что вообще непонятно, я засек Риченкова, видите отсюда засек, когда он пошел, я поставил. Две минуты идут пока в лавировку. Я понимаю, что вот эти верхние вон там. Да. Не, видите, Невилл с Криченковым. Они вот так прошли как раз. Ко второму знаку подойди, пожалуйста.
это. Да, здесь вот бодайка идет. Как бы вот, собственно, перед выходом. То есть задача не дать стартовать первым. И вот эта вот зона-то, ну, она самая боевая. О, уже подснимайте. Ну что я могу сказать, Владимир? Круто! Еще корпусов на 10 вперед. В этом же направлении. От второго к первому, как сейчас. Дальше корпусов на 10. Ну, что-то я хотел спросить у тебя. Бросай, бросай, бросай. Забыл. Недалеко. Недалеко он еще и была. А, Вова, вот что. Вот это вот питание, вот GoPro обязательно. Он у меня привязывает, я видит. Там ничего нету. То тут мне будет вот этот стаксель-то, он наш так сильно придется тут ползать. Ну, станция-то не очень большая. Ау. Ему этого надо. Как его?
остановились там, где стоит. Вот Чернышев? Да. Вот этот. Как красиво. Молодцы. Thank you.
публика уважаемая. Там вот та часть за тобой будет, когда туда заходить. Мы же не снимем. Thank you.
уже. Вове скажи. Пошло. Давай вот прислушивайся. Вон те две. Они уже бодаются. Вот сейчас я их не вижу. Просто вот сейчас их запустят. Алексей, к первому знаку подходить нельзя сейчас. Алексей, к первому знаку не подходить. Одна. Алексей, к первому знаку не подходить. Дмитрий, вы оставайтесь здесь, чтобы нам переставлять дистанцию. Протест. Я перехватываю. А вот эти потом? Альфа и Эко. Альфа и? Эко. А где они? А, вон они. Ну? Thank you.
Кристина перехватывает, к тебе уйдет сейчас. Так. Все? А ты сейчас что там дашь? Ты живой ведь, сейчас там будут обходить лишние, да? Красиво так. Thank you.
на, показывай пока. Я покажу там вот обходить вот это все. Thank you.
все на фигу.
тебя корабль красивый. Корабль красивый у тебя. А вашу дудку не тягает? Да, будем деньги. Ваше радио плохо работает или наше плохо? Мы вас слышим. Вы нас слышим? Иногда, а иногда нет. А иногда плохо. Как там? По-русски. Радо. Дима, бросай. Бросай. Дима, в точке бросай. Право он его хотел, чего он хочет. На трубу. Я в 2020 году. Команда будет участвовать в украинском спорте.
Спайер, опять берег. Есть близко. Чиф, чиф, близко. Ты маленький. Дима, останься, пока в этой точке знак не бросай. Подождем, пока он становится. Все. Тот, который с берега, поменять на свой номер. Как поняли, прием. Они перешли, да, да, я помнила. Зачем собирать катер, собирать?
Дима бросает. Начинаем. Начинаем, да? А, Дима, сейчас посмотрю, это они или нет? Справа, что мать, что справа надо.